СМИ опубликовали информацию, что советский и российский актер театра и кино Михаил Евгеньевич Пореченков погиб в автокатастрофе. Михаил Евгеньевич Пореченков – популярный российский актер, режиссер, ведущий и заслуженный деятель искусств. Он прославился не только благодаря кинопроектам, в которых участвовал, но и благодаря скандалам, связанным с его политической позицией. Его мать работала плотником, а отец – матросом. Родители были очень погружены в рабочий процесс, поэтому в детстве Пореченков жил с бабушкой в Псковской области, а перед поступлением в школу мальчик вернулся в Ленинград. Когда Михаил Пореченков только начинал учебу, он был вынужден покинуть родной город, потому что его отец, Евгений, работал на верфи в Варшаве. Вскоре семья обосновалась в новой стране, и родители отдали сына в интернат. Они снова были заняты на работе, поэтому в интернате, где учился Пореченков в Варшаве, ему показали кружок бокса, чтобы он начал заниматься этим видом спорта. После окончания интерната Пореченков уехал в Эстонию. В юном возрасте Михаил поступил в Сталинское военно-политическое училище, которое так и не закончил, да и дела в учебном заведении у него не ладились. Мужчина продолжал дерзить всем в училище. За это он был исключен из Сталинской военно-политической школы за 10 дней до ее окончания. Несмотря на неудовлетворительную успеваемость, Пореченков уже в юном возрасте отличился в спорте, заслужив звание кандидата в мастера спорта по боксу, которое ему присудили за юношеский поединок на школьном чемпионате. Первое время он жил в гражданском браке с Ириной Любимцевой, которая умерла в Таллине в 1995 году. В этом союзе 22 декабря 1989 года появился его сын Владимир Любцев. Мальчик оставался на попечении бабушки и тети до 19 лет. Михаил Евгеньевич не появлялся в жизни сына. Вторая жена актера, Ольга Пореченкова, на которой он женился в 2000 году.